О том, как идет предварительное голосование, праймерис, которое проводит сейчас партия «Единая Россия», рассказал на Авторадио Антон Акимов. Руководитель регионального исполкома «Единой России» напомнил, что эта процедура позволяет гражданам самим определять тех, кто станет кандидатом от «Единой России» на сентябрьских довыборах в Думу Биробиджана. Сегодня хотелось бы, наверное, попросить людей прежде всего, то есть, да, на сайте pgr.ru и на сайте «Единой России» есть адреса, которые именно входят округа, и на этих посмотреть, нет ли там вашего дома, и, может быть, отдать свой голос за того человека, которого вы считаете достойным. Чтобы не критиковать просто так, а возьмите, зайдите на сайт, зарегистрируйтесь через госуслуги, подтвердите и проголосуйте. Чтобы, когда вы пришли на выборы, вы увидели в списке кандидатов именно того, кого вы хотели бы видеть, а не того, кого вам назначили. Антон Акимов заверил, что в праймерис участвуют достойные люди, среди которых немало молодых и беспартийных. Все они прямо общаются с народом, вникают и решают проблемы. Ну а интеграция онлайн-голосования с порталом госуслуг обеспечивает прозрачность и честность предварительного голосования, которое завершится в полночь 29 мая. Антон Акимов призвал не медлить. Проголосовать можно за нескольких кандидатов в кандидаты. Полная запись эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Кирилл Богаченко, Новости 21.